Ребята, здравствуйте всем. Тема КАМАЗ, балансиры и все такое. У меня балансир, раз я его выровнял от завода, да, расточил, и получилось 102,8. А ремонтная максимально 102 есть втулка. Была выработка тут большая, как бы балансир норм, да, то есть там. Будем делать, у меня на одну сторону есть видео, я родные сунул, вот эти там где-то алюминиево-бобитовые или цинковые, ну, не суть важно. То есть вот, вот такие, да, но ремонтная 102, у меня размер 102,8, все, балансир расточенный, а втулки нет. Железную, мне там говорили, что нельзя, да, нельзя, но автомобиль Урал, железная втулка. То есть на экскаваторе, ну, мне там писали, что ни в коем случае, но никто этого еще, я думаю, не делал на КАМАЗе. А может быть и делал этот, вы мне напишите результат. Ну, буду делать, взял я втулочки, да, из пальца гаяшного, палец на лапе, мне там этот завез Димончик хороший. Этот знакомый, да, это пальцы аутриггеров, они как раз моего размера, то, что мне нужно, но бортика не хватает, вот я его варил, бортик я взял из какого-то стартера или генератора, не знаю, вот, обрезал то, что мне нужно. У него размер у втулки вот тут 110, а у меня, ну, не хватает. Сейчас мы ее выставим, глянем, как оно от этой, от сварки закалилось, нужно ли его отжигать или нет. И сделаем дальние втулки, и мы проверим. Одна сторона у меня будет родная, потому что балансир целый, а вторая будет на железных втулках. Как-то так. И время нас рассудит. Вставляю на биение, чтобы там не мучаться. Вот. На подшипник, все быстро. Все. Запас у меня тут миллиметр. Сейчас будем делать базу. И я его сейчас постараюсь, чтобы не растачивать балансир, сразу с одной установки сделаю здесь и здесь. И нагрею, дам десятку этого плюса на запрессовку. Нагрею балансир, их туда кину и все. Даже не буду растачивать, как вот эти. Вот эти греть нельзя. Я вот грел, и их сжимает, и они этот раз у меня и выпали. Было видео когда-то давно. Будем проводить эксперимент. Ну вот, как-то так. Первая часть вот сейчас зажмем и вытащим. Так, вытащили. Вот такую, такие втулки. Сделал резьбу двухзаходную. 48 шаг, ну, этот, гайку расцепил и провернул, грубо говоря, на 180, на первой чуть там не вышло, ну, не суть важно, я въехал, как оно и шло, оно, ну, не суть, будет работать, то есть, то и то, вот такие получились втулки сальные моего размера, теперь и их сейчас нужно запрессовать. Натяг я дал десятку, то есть у нас 102 там и 8 размер, да. Будем, как говорится, смотреть, угадал я или не. Запрессовывать. Вот такие у нас получились втулочки. Самодельные из двух частей, да. Как-то так. Ну что, греем и запрессовываем. Балансир я растачивал, того, что они все кривые. Вот я вот сколько раз вот тут все время яйцо. Чего не знаю. То есть и не выработка, ничего. То есть прессором огонь. А вот тут яйцо. Чем они точат, неизвестно. Как обычно. То есть как-то вот так, пацаны. Сейчас будем заниматься. Есть. Сделал
пацаны, все, будут у меня для эксперимента. Я ж люблю экспериментировать. Одна сторона будет стальная, одна будет бобит или что это оно такое, или цинк, видите, оно уже окись пошла. Расточил и помазал, это вторая балансирка с этой стороны. Вот. Ну, то есть нормально. Дал где-то 12 соток приблизительно. Короче, будет работать. Как-то вот так, да? Мне сейчас там напишут, зачем ты велосипед изобретаешь. Люблю я изобретать велосипед. Все привыкли идти по рельсам, а я люблю между рельсов. И вообще все это, пацаны, фигня. Вон, вчера история моего хорошего этого знакомого товарища написал мне смс-ку 3-го еще там, ну, в Вайбере там, как какой-то ролик, да? А в 5 вечера его уже и не стало. Так что цените жизнь, каждый день жизни. А возрастом, как я, мы с ним эти одногодки 81-го года. Так что раз и все, сердце. Не пил, не курил. Работа, работа, работа. И еще. Так что жалко. Так что Ромчику царство небесное. Хороший парень был. Так что как-то так. По железо все это мы победим. Все это ерунда, пацаны. Цените жизнь, она очень короткая. Дуже. Короткая. А по поводу этого всего, ну как бы, решил снять и показать. Делал из-за того, что не разбито здесь у меня, ну оно нормальное, а заводом было яйцо. Расточил чуть-чуть больше от завода, да, вывел яйцо. Пришлось делать стальные. На Урале, говорю, идут стальные втулки. Стальные. Будете там писать, ну, бумага все выдержит. Как я говорил, на экскаваторе стальные втулки, стальные. Вал, материал 40 ха, да, наваривать его нельзя, то есть этот, на канале этот Автокрафт все этот, озвучивается именно по этим осям амазовским. Так что это все опыта, и я вот делюсь, что я вот делаю без всяких задних мыслей и вообще все это. А вообще мне все равно, кто что думает. Умный оценит и возьмет себе на заметку мой весь опыт. У меня этого опыта выкинутых втулок грел поначалу не годится. Греешь ее, сжимает и выкидываешь. Я вам сейчас вот еще раз покажу. Искал, я выкинул. Первый раз нагрел я когда-то. И их кинул, все там, дал допуска 20, чтобы его хорошо зацепило. Материал как бы мягкий, да, чтобы хорошо ж не буксовало. Первая вытекла у меня. Это первый мой опыт жизненный. Я ее выкинул. Ну, видео в раньше я там вам объяснял и показывал. Вот второй раз, ну, думаю, нагрею меньше. Ну, опять же, нагреть. Тоже всунул, она потом остыла и выпала. Какой-то материал интересный, что, ну, то есть, в нем нету силы, да, вот нажатия. Она его сжала, и оно раз и выпало. То есть, их только запрессовывать на холодную. Где-то десятка плюсов прессом, именно, чтобы оно работало. Но после этого обязательно растачивать. Все это ерунда. Они все кривые идут с завода. Из-за чего, я не знаю. Может быть, ну, не умели их делать. Ну, не суть, важно. То есть обязательно ее забили и расточили. Сейчас я буду экспериментировать. Одна будет сторона у меня на Мерседесе стальная. Материал, вот. Вот видите, еще пальцы были с лап грияшных, на чем они вращаются. Хорошие люди мне, я говорю, их дали. Спасибо им большое, Димончику. Мы их уже используем. То есть режем. И материал, я не помню, вчера это было, то есть
после сварки, то есть обрабатывалось нормально. Я его ничего ему не делал. Что там, мяско сопли? Ну ничего, то мы переживем, пацаны. То есть по поводу этого все ясно, балансира, да, рассказал вам. Будем экспериментировать. Я ж все свои ошибки снимаю и показываю. По поводу КамАЗа я там делал, когда вот поршень не поменяли. Выехал, и он, короче, закусил. То есть, ну, они сами его уже этот ремонтировали. Без меня там, ну, не суть важно. Я там обижался, ну, то вопрос пятый. То есть я все озвучиваю и все рассказываю. По размерам две оси на КамАЗе. Но разница там 5 соток вот. Мерил. Чулки. Это на КамАЗ поменял я ухо одно. Того, что взял на разборке, ну, чулок, а эти были забитые пальцы, не увидел, ну, ничего, нашел ухо, вырезал. Сейчас будем, наверное, после паски уже собирать все. Того, что время идет, жизнь уходит, надо успеть еще собрать нам Мерседеса. То, что, блин, как-то так. И вообще, я же говорю, все это ерунда, это весь металлолом, все это такое. Дети, семья, вот это самое важное в нашей жизни. И все. И ценить каждый день. Все, пацаны, всем привет. По возможности буду снимать. Была работа мне там небольшая, рыли там, рыли возили, ну что там снимать. Как он роет, или, ну, вы поняли. То есть особо нету ничего интересного. Но я сейчас параллельно насобирал уже там железо, чтобы начать резать Мерседеса и что-то с ним там делать. Все, всем мирного неба и всего самого наилучшего. Все, пацаны, пока.